Синудор, сила и последствия совершенных деяний в этот день приумножатся в 100 раз. День благоприятен для людей, родившихся в годы мыши, змеи, лошади и свиньи. Хорошо в этот день освящать статуи и изображения Будд, Бодхисаттв, Сахиусанов, строить дом, дуган, субурган, почитать три драгоценности, совершать подношения, завершать начатое дело, проводить обряд Далхэбаха, надевать новые украшения и новую одежду. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы обезьяны и курицы. В этот день не стоит переезжать, менять место жительства или работы, приводить невестку, отдавать дочь невесты, а также проводить похороны и поминки. Стрижка волос, к удаче, отправляться в дорогу, к новым беспокойствам.